Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Неужели Дарья начала делать актуальные разборы? Невероятно! Буквально на днях вышла новая песня Алены Швец, которая называется «Лучшие подружки». Я ее послушала, она мне понравилась. И сейчас мы ее будем разбирать, как же ее играть на укулеле. Поэтому бери инструмент в руки и погнали учиться! И перед началом, чтобы ее разбирать, давайте ее сыграем. Кларнета, тут ты будешь солнце, я луна. За тобой приду и в крошки разобью асфальт. Розовая прядь, полиэтиленовый пакет. На колени сядь, я дам попробовать конфет. Ромашки, веснушки, мы лучшие подружки. Вишневая кола прогнали из дома. Ромашки, веснушки, мы лучшие подружки. Листяшки, монетки, стреляешь в сигаретки. Пау-пау-пау, пау-пау-пау-пау. Разбор на укулеле. Вся песня состоит на 4,5 аккордов, потому что 3 основных и 4 постоянно меняется. Итак, погнали. Говорю сразу. Оригинальная тональность у нас песни, когда каподастр стоит на 4 ладу. Имейте в виду. Поэтому, если у вас нет каподастра, то наконец-таки купите его, он вам пригодится. Или же посмотрите, как сделать каподастр из подручных средств, резинки и карандаша. И третий вариант — просто играть у вас без каподастра. Но, естественно, тональность будет другая. Аккорды покажу без каподастра, чтобы вам было все понятно. Погнали. Для начала разберем аккорды. Первый аккорд у нас С. Мы зажимаем первую струну на третьем ладу. Далее у нас идет аккорд G. Мы зажимаем первую и третью струну на втором ладу. И вторую струну на третьем ладу. Далее у нас идет аккорд D. Мы зажимаем четвертую, третью, вторую струну на втором ладу. И четвертый аккорд, аккорд ЕМ. Мы зажимаем первую струну на втором ладу, потом вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом ладу. Все вместе. С, G, D, M, ЕМ. Это связка аккордов в куплет. В припеве мы меняем D на АМ. АМ у нас ставится четвертая струна на втором ладу. И поэтому аккорды припева у нас будут такие: С, G, А, М, Е, М. Да, у вас возникнет вопрос. Дарья, вот ты сейчас показываешь у нас без каподастра, я поставлю каподастр, как это все будет строить? Все очень просто. Если я ставлю каподастр на четвертый лад, как написано у нас эта песня, то мы представляем, что это у нас начало грифа. И, соответственно, если у нас будет аккорд С, то он также будет строиться у нас теперь первый, второй, третий лад, то есть на третьем ладу. И все то же самое, как мы делали без каподастра. То есть каподастр у нас как будто начало грифа. И от каподастра мы начинаем считать вот эти лады. Разбор на укулеле. Теперь, что касается нашего боя. Целостный рисунок боя будет вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. И этот рисунок боя мы делим на два аккорда. То есть на первый аккорд у нас будет вниз, вниз. На второй аккорд у нас будет вверх, вверх, вниз, вниз. Если это смотреть С, еще раз, парные тату, ты будешь солнце, я луна, та-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 та. Да, может возникнуть, как у меня сейчас, проблема, что если я играю с каподастром на четвертом ладу, то немножечко мне неудобно зажимать аккорд D, потому что все тут, ну вот видите, да? У вас может он немножко вот так вот брянкать, это нормально пойдет, или же поставить баре, но не играть вот эту первую струну. Посмотрите несколько вариантов, самый удобный берите. Но первые 4 строчки припева мы играем просто удары вниз. И получается: ромашки, веснушки, мы лучшие подружки, вишневая кола прогнали из дома. Оставшийся припев и проигрыш мы играем с тем же самым боем. Ромашки, веснушки, мы лучшие подружки, ля-ля-ля, монетки, стреляешь сигаретки. Пау-пау-пау, пау-пау-пау-пау, пау-пау-пау, пау-пау-пау.
Вот и весь разбор. Вот все на сегодня. Спасибо большое за просмотр. Если вам понравился этот разбор, то можете поставить свой лайк. А если вы еще не подписаны на мой канал, то, конечно же, подпишитесь. Потому что я посмотрела статистику, и оказывается, 60% людей смотрят без подписки мои ролики. Ай-яй-яй, не надо так. Поэтому подписывайся. Также у меня очень много разборов на песни Алены Швец. Также посмотри их. Оставляй свои комментарии, какую следующую песню мне разобрать. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся.